Поднимаясь вверх по горе, в одном из промежуточных мест, на высоте где-то в районе, после того, как я прошел 1 километра, около 1 километра, я обнаружил следующее строение. Это, как я прочитал, это строение еще постройки 1860-х годов, но они потом были достроены в Первую мировую и Вторую, активно использовались для обстрела с этого места. Здесь были бункеры для обстрела, ну, как я понимаю, там для обороны города. Здесь кругом такое все старое, вызывает острое желание что-то написать на этих стенах, но надписи нет и не загажено, и так чистенько, хочется даже смотреть и трогать эти камни, такие старые. Здесь раньше был вид открытый, но из-за того, что все заросло, город и море видно только, так сказать, через деревья. Ну, вот. Так что здесь довольно интересно тоже. Все подписано и все рассказано на английском языке, что здесь происходило, там с фотографиями какие-то, так сказать, рассказы. Воздух, конечно, классный. И люди здесь ходят, но уже не так много, как по той аллее, но тоже забегают. Вот, здесь даже называется Лунг Фушан Фитнес Трейл. То есть это специально для занятий спортом проложена эта дорожка. То есть занимайтесь спортом, люди.